Друзья, в Москве до сих пор не верят в эту ужасную трагедию. Сегодня рано утром в российский шоу-бизнес из-за границы пришла страшная новость. Вы, наверное, помните российского актера театра и кино Артура Смолянинова. Новость пришла из Испании, сообщается о том, что там, в одном из городов, этой ночью, в страшную аварию, на личном автомобиле со своим другом попал российский актер кино Артур Смолянинов. Сообщается о том, что его друг погиб на месте, а сам Артур Смолянинов находится в коме в одной из больниц города. Как это все произошло, мы сейчас уточняем. На данный момент крайне мало информации, так как наш источник находится за рубежом. Подписывайтесь на наш канал, и уже завтра рано утром подробности этой всей трагедии мы вам расскажем в нашем новом выпуске на нашем канале. Не забывайте о том, что мы первыми сообщаем, что происходит в российском шоу-бизнесе. До скорой встречи, будьте всегда с нами, друзья, и не пропускайте наши свежие выпуски каждое утро.